Сейчас памятник великому русскому писателю Александру Сергеевичу Пушкину находится во дворе частного дома скульптора Игоря Боголюбова. Что же мешает занять изваянию законное место на площади и кто еще претендует на скульптуру, постараемся разобраться. Месяц кропотливой работы и 900 килограммов арт-бетона. Это все, что потребовалось ивановскому скульптору Игорю Боголюбову, чтобы увековечить известного поэта. Идея памятника, уверяет автор, пришла к нему несколько лет назад. Было много мыслей по поводу того, как именно должен выглядеть Пушкин. Сейчас работа над изваянием закончена, что будет с ним дальше, неясно. Планы есть, но как бы не у меня. Сейчас в интернете идет крупный резонанс, стрит-арт. Есть желание... Это проект «Селфи-маршрут». Есть у них в планах приобрести его. Но как бы добра я еще от них не услышал. Непонятно еще, собственно, как это будет выглядеть. О том, что мастер создает скульптуру Александра Сергеевича, стало известно из интернета, потому что на личной страничке в социальной сети ивановский активист Иван Мельников рассказал про неудавшийся подарок городу. По его словам, пару месяцев назад он заказал у скульптора работу, принес эскизы, договорились о цене 50 тысяч рублей и сразу же внес задаток 10. Теперь же выкупать работу отказывается по нескольким причинам. Проблема возникла в том, что перекупили скульптуру, соответственно, я не смог ее подарить городу. Стоимость он устанавливал лично, и в рамках той стоимости мы выполняли эту работу совместно. И должны были, соответственно, совместно позиционировать эту скульптуру. Камнем преткновения стала стоимость работы. Скульптор утверждает, что предлагал свои услуги по цене от 50 тысяч рублей. Заказчик же говорит, что эта сумма должна была быть итоговой. Что же касается так называемой перекупки памятника, то речь идет о предложении авторов селфи-маршрута установить Пушкина в рамках своего проекта. Цена вопроса уже в 5 раз больше – 250 тысяч рублей. Я свои деньги тратил. Мне никто ни копейки не вкладывал, у меня никакие не спонсоры, никто. То есть это чисто моя работа. И... чтобы там, я слышал, что Мельников там поговорил, что он там вложился, что-то там у него там, вот. Ничего он не вкладывал, ни копейки, авторские какие-то права у него там. У меня даже рисунка ни одного нету. В итоге памятник есть, а денег нет. В том случае, если работу никто не выкупит, автор планирует оставить ее у себя во дворе. Возможно, покупателем выступит мэрия, однако в городском комитете по культуре про скульптуру не слышали. Вопрос о том, заменит ли сидящий за столом Пушкин мемориальный камень на одноименной площади, остается открытым. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.